Здравствуйте! В эфире служба новостей «Город». Меня зовут Вероника Клемешева. В этом выпуске мы расскажем вам о главных событиях. Смотрите в ближайшие минуты. Выплаты россиянам в период пандемии. Миф или реальность? И кто на самом деле может позволить себе сидеть дома без работы? Срывают ограждения и гуляют по крышам десятиэтажки. Как дети нарушают режим самоизоляции? Запрет на алкоголь и субсидии для малого и среднего бизнеса. Какие нововведения ждут россиян с 1 мая? Европейские страны понемногу начинают ослаблять режим самоизоляции. Как это происходит в Испании и Италии? Участники фестиваля «Калининград Сити Джаз» в сюжете для Первого городского телеканала. Как джазмены живут в это непростое время? И к главной теме дня. Россияне могут получить материальную помощь. Так заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако тут же добавил, что меры, которые сейчас в стране действуют, гораздо эффективнее. Но встает вопрос, сколько стоит самоизоляция и, самое главное, кто может себе позволить сидеть дома, выясняла наш корреспондент Марина Морозова. Я хочу, чтобы нас услышали, наконец-то, и выплатили все деньги, которые обещал нам Владимир Владимирович Путин, за тем, кто работает именно в этих условиях. На что нам сказали наши менеджеры, когда мы задали такой вопрос, они сказали, вам Путин обещал, Путин пусть вам и выплачивает лично. Женщина работает медсестрой в коммунарке. Порой медперсоналу приходилось трудиться по нескольку дней без отдыха. Однако никаких выплат никто так и не получил. Как не получила их и семья Ермолаевых. Муж Аллы военнослужащий по контракту. Семье полагаются дополнительные деньги для частичной оплаты съемного жилья. Военнослужащий со своей зарплатой в 26 тысяч рублей, с двумя детьми несовершеннолетними, с женой, которая не работает, я не могу, потому что я в декрете сижу. Мы тянем копеечка копеечки, как говорится, и рассчитывали на этот поднаем. Соответственно, мы сейчас остались без поднаема, начальство у нас постоянно завтраками кормит. Семье пришлось залезать в долги, чтобы хоть как-то прожить с двумя детьми. Однако сумма займа растет каждый день, а хозяин квартиры требует арендную плату. На работе мужу обещали помочь, но уже завтра семья может остаться на улице. Никто ничего не делает, и так у нас вопрос не решен. Завтра приходит наш хозяин. Хозяин ждал, ничего не решается, и в итоге мы можем вообще оказаться завтра на улице. Непозволительная роскошь сидеть дома и Алине. Она одна воспитывает ребенка. Несмотря на то, что маленьким детям положены выплаты, женщина не знает, куда ей обращаться и что делать. У меня проблема такая, то что я сейчас не работаю, и в садик у меня ребенок тоже не ходит. А как-то оплачивать нужно коммунальные, ничего не платят. Однако не для всех пандемия стала проверкой на прочность. Некоторые, наоборот, находят еще больше способов для заработка. В нашей семье, в принципе, на самом деле ничего особо не изменилось. То есть мы как жили, в общем-то, так и живем. То есть я не знаю, наоборот, моя голова стала лучше думать, где нам, какие варианты придумать для того, чтобы нам заработать еще больше. Александра занимается пошивом одежды, и все же основной доход в семью приносит муж. И, как призналась женщина, продуктовая корзина в их семье совсем не изменилась. Средняя цена продуктовой корзины на одного человека в месяц составит около 6 тысяч рублей. Однако это тот минимальный набор продуктов, который не позволит человеку умереть с голоду. Так, семье из 4 человек нужно 24 тысячи только на продукты. Непродовольственные товары в среднем обойдутся еще в 10 тысяч рублей. А если добавить сюда выплаты по кредиту, получится вполне внушительная сумма. Закончились деньги, просто закончились деньги, их негде взять. Нету ни родных, ни близких, и жить негде. Тоже жилья у нас, некому нам предоставить жилье. Думала, может быть, так люди помогут. Несмотря на то, что большая часть магазинов закрыта, трата денег все равно продолжается. Шопинг за продуктами стал настоящим торжественным событием. И, может быть, поэтому у строительных начался такой ажиотаж, когда магазины вновь вернулись к работе. Так или иначе, сидеть дома на самоизоляции – дело совсем не дешевое. Марина Морозова, Екатерина Калиниченко, служба новостей «Город». И в продолжении темы самоизоляции. Срывают ограждения и гуляют по крышам десятиэтажки. К нам в редакцию постоянно поступают звонки с просьбой о том, чтобы мы показали, как дети вовсе не соблюдают режим самоизоляции. Именно так должны выглядеть все детские площадки. Однако в последние дни все чаще можно наблюдать совсем другую картину. Площадки заполнены детьми, которые активно контактируют друг с другом. Мы дистанцию соблюдаем как таковую. Угу. Так что
Спасибо и руки большое. Часто моем, антисептиком обрабатываем. Однако никакую дистанцию здесь не соблюдают. Да и дезинфекция, когда уже ребенок потер руками глаза и залез ими в рот, мало поможет. Ведь на металлических и пластиковых поверхностях коронавирус держится дольше всего. Они, как и уличные тренажеры, откроются в самую последнюю очередь. Ну, мы выходим ненадолго, всего лишь на час. А эти смельчаки и вовсе решили стать покорителями вершин. Дети больше часа гуляли по крыше, и, конечно же, ни о какой безопасности здесь речи не идет. Несмотря на то, что режим самоизоляции продлен до 11 мая, количество людей на улице увеличивается, как и растет число заболевших коронавирусом. В России производителям пенного напитка временно разрешают выпускать спиртосодержащие антисептики на некоммерческой основе. Делать их пивовары могут из отходов производства безалкогольного напитка и этилового спирта. О других новостях расскажем короткой строкой. Крузенштерн возвращается. Барк завершил трансатлантическое путешествие на фоне пандемии коронавируса. Судно в Калининград прибудет в начале июня. Хотя ранее предполагалось, что экспедиция завершится в сентябре. Детские лагеря с июля. В Калининграде сдвинули начало летней оздоровительной кампании для школьников. Ранее говорилось, что подготовка учреждений к приему детей продолжается, и родители покупают путевки. Если посещение лагеря сорвется, калининградцы получат деньги обратно. 4 новых общественных туалета намерены установить в Зеленоградске в этом году. Они будут выполнены в стилистике павильонов, установленных на отремонтированной привокзальной площади. Один из туалетов появится именно там. Храброво занял 9-е место в рейтинге Forbes, как один из самых удобных аэропортов России. В качестве интересного факта указали наличие искусственного поля, на котором проводятся турниры для дошкольников. Всего в исследование включили 35 аэропортов, где первое место занял Шереметьево, второе – Красноярск, третье – Домодедово. Общественный транспорт первую неделю мая будет курсировать в режиме выходного дня. Власти отметили, что жалоб на недостаточное количество подвижного состава от жителей не поступает, а ситуация с заполнением мэрия мониторит ежедневно. И к другим новостям. Перепланировал свою квартиру – штраф. С 1 мая, если у вас нет документов, дающих право изменить планировку не только в жилых помещениях, но и в нежилых, готовьтесь заплатить от 2 до 2,5 тысяч рублей. Распространяется это как на граждан, так и на юридических и должностных лиц. Помимо этого, выделяют субсидии малому и среднему бизнесу – 12 130 рублей на каждого сотрудника. Но это в случае, если количество работников составляет не менее 90% по сравнению с 31 марта этого года. Изменения коснулись и баров. Если помещение, расположенное в жилом доме или на прилегающей к нему территории, меньше 20 квадратных метров, то продажа алкоголя в нем запрещается. Также в силу вступит закон об ограничении комиссии при переводах. В системе быстрых платежей до 100 000 рублей в месяц банк не должен взимать плату. Если свыше комиссия составляет не более 0,5% от суммы перевода. К слову, начальные классы теперь будут питаться бесплатно, пока это введено в нескольких учебных заведениях. С 1 сентября 2023 года это нововведение коснется абсолютно всех школ страны. Во второй части программы вы увидите. Европейские страны понемногу начинают ослаблять режим самоизоляции. Как это происходит в Испании и Италии? Участники фестиваля «Калининград Сити Джаз» в сюжете для Первого городского телеканала. Как джазмены живут в это непростое время? Творческие муки самоизолировавшихся? Или что делать, если ты остаешься дома? С вами служба новостей «Город», и мы продолжаем. В Калининграде хулиганы напали с ножом на отдыхающую в парке пару. Все произошло на улице Тельмана. К паре подошли двое неизвестных мужчин, между ними произошел конфликт, который перерос в драку. Женщина попыталась заступиться за знакомого, но получила ножевые ранения в ногу и шею. Сейчас она находится в больнице. О других происшествиях города и области расскажем в нашей специальной рубрике. Видимо, водитель «Мерседеса» настолько спешил домой, что, выехав с парковки, сразу решил свернуть на среднюю полосу. Да еще так лихо, что еле избежал ДТП. Будьте аккуратны, ведь однажды может случиться непоправимое. Черный дым окутал Гурьевский район. Очевидцы утверждают, что кто-то опять поджег траву. Но официальной информации пока нет. Видимо, правила для этого водителя не писаны. Причем он настолько спокойно разъезжает по встречной полосе, что каждый будет просто в недоумении. А вот и еще один нарушитель правил дорожного движения. Благо, что хоть притормозил при повороте и спокойно повернул. А ведь есть те, кто на красный промчал бы и глазом не моргнул. И пока наша самоизоляция оставляет желать лучшего, многие европейские страны готовятся выйти из карантина. Мы продолжаем рубрику «Наши в Европе». Сегодня мы связались с двумя калининградцами. Юлия расскажет нам о послаблении режима в Италии, а Сергей – об Испании. 4 мая в Италии можно будет заниматься спортом, выходить на улицу, бегать, ну, недалеко от своего дома. Будут открыты также парки, можно будет посещать родственников, можно также посетить свой второй дом, который находится в том же самом регионе.
Также можно будет проводить похороны, но не больше 15 человек. И все должны быть в масках. Юлия уточняет, что следующие послабления будут видны по ходу событий. Так как если число зараженных и умерших вновь будет возрастать, всех жителей Италии снова закроют на карантин. Также 4 мая можно будет сделать аспорто в ресторанах. Это когда ты приходишь в ресторан, заказываешь еду себе на дом и забираешь ее. Это очень большой плюс, потому что очень многие уже устали готовить дома. В Испании также идут послабления режима карантина. Выход из него разделили на этапы. Первый этап – это открытие малого бизнеса, но с соблюдением строгих мер безопасности. Второй – открытие внутренних помещений, то есть ресторанов, театров, кинотеатров. Если пространство закрытое, то в нем могут находиться максимум 50 человек, если открытое – 400. Третий этап – открытие пляжей. Четвертый этап – возвращение к нормальной жизни. Эти этапы планируют завершить к концу июня. Напомним, что Испания и Италия стоят на втором и третьем месте по числу зараженных коронавирусом в мире. Перейдем к новостям бизнеса. Сократили объем промышленного производства на 7,5%. В Калининградской области уменьшили выпуск обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых. О других новостях в сфере финансов и бизнеса расскажем в нашей постоянной рубрике. Партнер рубрики «Бизнес-новости» ООО «Венера». Больше полумиллиарда рублей на вывоз мусора из районов Калининградской области. А именно, до конца 2024 года будут вывозить твердые бытовые отходы из Черняховского, Озерского, Гусевского и Нестеровского районов на сортировочный комплекс с полигоном вблизи поселка Жаворонково. 88 миллионов рублей на стимулирующие выплаты медикам. Такую сумму выделяют власти области. Кроме того, медики региона получат сертификаты на бесплатное посещение музеев и театров после окончания пандемии коронавируса. Центры занятости выделят более 11 миллионов рублей на ремонт бывшего здания художественной галереи на Московском проспекте. Планируется провести как внутренние, так и наружные работы. В частности, должен быть отремонтирован фасад и крыша. Власти Калининграда купили 70 тонн дезраствора для обработки улиц. Стоимость составила 3,5 миллиона рублей. В выходные и нерабочие дни с 1 по 11 мая улицы и остановки будут обрабатываться круглосуточно. Партнер рубрики «Бизнес-новости» ООО «Венера». Сегодня мир празднует День джаза. Это направление музыки родилось в начале 20 века в результате смешения африканской и европейской культур. В 21 веке джаз занимает достойное место на эстраде, а фестиваль «Калининград Сити Джаз» с каждым годом посещает все больше людей. Как живут участники этого мероприятия в нынешней ситуации, расскажем в нашем материале. Оксана родом из Советска и не раз была зрителем Калининград Сити Джаз. Зато в прошлом году Оксана впервые стала участником этого фестиваля. Помимо этого, девушка-выпускница джазового отделения консерватории Ганновера, популярная джаз-дива Европы, а ее коллеги по бенду – одни из самых виртуозных музыкантов. Сейчас играю, работаю с моим квинтетом и с другими составами. Также у меня есть дуэтные проекты и работаю с биг-бендами в Германии и во всей Европе. В прошлом году приезжала на джазовый фестиваль в Калининград и очень скучаю по моему родному городу. Оксана не только вокалист, но и автор песен. Чаще всего это лиричные, немного грустные, но всегда искренние композиции. Дорогие любимые калининградцы, я вас поздравляю с днем джаза, с международным днем джаза. Желаю, чтобы в вашей жизни было много музыки и чтобы скорее открылись джазовые сцены и клубы, и вы могли посещать концерты. И очень надеюсь на нашу скорую встречу. Карина Гарибян также является джаз-дивой из Калининграда. Она и ее коллеги-музыканты дисциплинированно сидят дома на самоизоляции и только единожды нарушили ее, чтобы подготовиться к одному из самых значимых праздников – ко Дню Победы. Завтра было принято, было принято решение, что завтра мы выходим в прямой эфир на наших страницах в Инстаграм для того, чтобы порадовать вас лайв-концертом. Мы будем играть программу «Лаунж». Вы услышите в нашем исполнении известные рок, поп и джаз-хиты в нашей собственной интерпретации. Поэтому, если вам нечем заняться на самоизоляции, то самое время насладиться джазовыми композициями от группы OK Band.
Не только музыка, но и искусство правит интернетом. Очередная подборка самых забавных видеороликов из всемирной паутины. Все внимание на экран. А вот очередной флешмоб, но тема его теперь искусство. Люди, делая привычные вещи дома на самоизоляции, воссоздают картины именитых художников. Вы только посмотрите, как у них искусно получается. Можно сказать, порой и от оригинала не отличить. Тогда готовка превращается в искусство. Видимо, дома уже настолько скучно, что из обычных вещей начинают делать что-то необычное. А этот кот явно не ожидал такого от своей хозяйки. Ох, эти людские развлечения. Все никак не дадут отдохнуть на самоизоляции своим любимцам. Кто хочет поработать? Я? Подождите. Цементный завод? Я! Все мы знаем знаменитую сцену из «Шурика». А вот таким образом люди показывают, что им уже хоть где-то работать. В это непростое время и калининградцы решили поздравить тех, кто сейчас является настоящими супергероями. Редакция Первого городского телеканала, конечно же, благодарит каждого, кто работает с больными в это непростое время. Я бы хотела поблагодарить врачей. Это очень такая важная, нужная профессия, тем более вот сейчас в этих условиях. То есть я хотела бы сказать большое спасибо. Реально большое-большое спасибо. И это страшно. Они, им самим страшно. Страшно за своих родных, за себя. Выбор они принимают непростой, когда им предлагают вот туда идти. Большое им спасибо, здоровья, сил. И мы постараемся посидеть немножко дома. Большое спасибо всем врачам, которые нас лечат, проверяют наше здоровье, помогают нам. Медсестрам, всему персоналу больницы. Терпение, здоровье, всего самого лучшего, чтобы не хватило сил, чтобы наших людей, которые сейчас болеют, опять привести к жизни. Дай Бог им здоровья. Спасибо им за внимание, за их хороший труд и наше будущее в их руках. Далее в эфире новостей актуальный курс валют. Курсы валют на выходные. Доллар США – 72 рубля 72 копейки. Евро – 79 рублей 11 копеек. А какая погода ожидает нас на майских выходных, узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – медицинский центр «Прогноз». Даем прогноз на хорошее самочувствие. Прогноз погоды на 1 мая. В Калининграде днем плюс 15, дождь, ночью 7 градусов тепла, осадки в виде дождя. В Москве днем плюс 11, ясно, ночью 7 градусов со знаком плюс, ясно. В Санкт-Петербурге днем 8 градусов тепла, пасмурно, ночью плюс 3, ясно. Спонсор прогноза погоды – медицинский центр «Прогноз». Даем прогноз на хорошее самочувствие. Таковы основные новости на сегодня. В студии для вас работала Вероника Клемешева. Оставайтесь дома и берегите себя.